Проклятые мятежники! Я тебя убью! Мы с Сорли следим за работой шахты. Думаешь, я не знаю? С другой стороны, это ведь не я спрятал железо в горах. Нет, владелец не я, и сразу скажу, она не продается. Я лишь защищаю имущество Брюлин. Шахта принадлежит ей, хотя все тут делаем мы. Она и так уже устроила нам взбучку из-за пропавшего груза. И поскольку мы опаздываем, новой взбучки не миновать. Если бы как-то передать ей, что скоро будет новый груз, тогда она на какое-то время оставила бы нас в покое. А я, в свою очередь, случайно потеряю пару слитков, может, даже и побольше. Это будет весьма кстати. Я не забуду такой услуги. Не сомневаюсь, она будет очень сердита. Ты уж приготовься. Ага.
Ах, какой надо же! Эти дозорные никогда не знают, когда пора сдаваться. Мне казалось, мы преподали им хороший урок у них в зале. Прийти сюда в одиночку. Тупица, как и все они. Но сражался он хорошо. С Жероном и Брезотом на раз справился. Эти двое получили по заслугам. Их заносчивость уже стала надоедать. От всех этих разговоров жажда проснулась. Может, скоро еще какой дозорный появится? Хоть бы Локил поторопился. Мне не терпится вернуться в замок и рассказать Харкону, какому ничтожеству он доверил это задание. А мне не терпится рассказать Локилу о твоей неверности. Ты не посмеешь. А теперь заткнись и сторожи. Thank you.
что-нибудь есть? Я не скажу тебе ни слова, вампир. Моя клятва Стендару сильнее, чем люб... Это точно было разумно, Локил? Он мог бы нам что-нибудь рассказать. Мы никуда сами не доберемся. Он ничего не знал. Ого! Он выполнил свое предназначение, когда привел нас сюда. А теперь наше дело принести Харгону добычу. И мы не вернемся с пустыми руками. После этого Вингальмо и Ордер придется уступить мне дорогу. Да, конечно, Локил. Не забудь, кто сообщил тебе новости об открытии дозорных. Я никогда не забываю, кто мои друзья и кто враги.
где те, кто тебя послал? Я не знаю, кто это. А он, как я? Вампир. Да. Недолюбливают вампиров, да? Ну вот что, слушай. Убьешь меня, просто убьешь одного вампира. Но раз за мной охотятся, значит, происходит что-то более серьезное. Я могу помочь тебе узнать, в чем дело. Моя семья жила на острове к западу от Солитюда. Интересно, там ли они еще? Кстати, меня зовут Сирана. Приятно познакомиться. Да, свиток. И он мой. Это довольно сложно. Я не могу об этом говорить. Прости. Я не хотела бы с тобой это обсуждать, если ты не против. Прости, дело не в том. Просто я не знаю, кому могу доверять. Давай найдем мой дом. Там мне будет понятнее, на каком мы свете. Он на острове около Солитюда. Надеюсь, мы найдем лодку, чтобы туда добраться. Это дом моей семьи. Не самое приятное место, но, возможно, мне там будет безопасно. Зависит от ситуации. Мы с отцом не очень-то ладим. Когда произносишь это вслух, получается так обыденно. Маленькая девочка не ладит с отцом. 100 раз такое читала. Хороший вопрос. Трудно сказать. Я просто не знаю. Похоже, что довольно давно. Кто в Скайриме верховный король? В первый раз слышу это имя. Говоришь, она Ярл Солитюда? Кто ее поддерживает? Империя? Какая империя? Сирадил, это империя? Похоже, меня не было дольше, чем я думала. И уж точно дольше, чем мы планировали. Пожалуйста, давай поторопимся. Мне надо поскорее домой выяснить, что случилось. Твои догадки ничем не хуже моих. Здесь все так изменилось с тех пор, как я была тут в последний раз. А правда, воздух какой-то тяжелый. Я как будто в тумане, но, может быть, просто еще не проснулась.
дорога. Я было начала волноваться. Хорошо будет выбраться отсюда и подышать, наконец. Без солнечного света можно и обойтись, но вот свежего воздуха не хватает. Доверяю своему слуху.
капитан! Как хорошо снова дышать. Даже в такую погоду тут лучше, чем в пещере. Стой! Кому положено знать, те знают. Иди своей дорогой. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. А ты еще откуда?
что теперь? Точно. Дом, милый, замок. Не хотела давать повод думать, что я одна из этих дам, ну, знаешь, которые сидят в своих замках и целыми днями меряют украшения. Леди из большого замка. Ну, просто я не такая. Надеюсь, ты мне поверишь?